Представить главного тренера, это Юрий Марич. Чего 10 побед и 13 поражений. Ну а дальше борьба за десятку. Тулица, Енисей, Минчанка замыкают турнирную таблицу. Спарта, Заречье и Динамо Мидар. Очень долгий просмотр. Да, ничего хорошего он не принес Юрию Маричеву, но этот момент невозможно было просмотреть с камер, и сохраняют арбитры два челленджа в этой партии для гостей. Анна Лунева выполнила подачу. Долго, конечно, пришлось ждать. И тяжелее всего, пожалуй, именно тому, кто готовится выполнять подачу. Но ленинградка быстро справилась на блоке и выиграла второе очко. А встречу судит сегодня Сергей Головин из Московской области на вышке. Ему помогает Дмитрий Карасев из Владикавказа. И очень строгий инспектор у нас сегодня Юрий Долгин из Москвы. Еще одно очко набирают хозяйки. Классная подача Анны Луневой. И в самой стартовой расстановке счет становится 3-0. Yeah!
ж, еще один челлендж запрашивает Юрий Маричев на попадание в площадку. Было очень близко, кстати, мяч мог вполне зацепить линию. Тем временем команды обменялись подачами разными. Она у него подачу потеряла. И вот, к сожалению, ленинградка ушла с этой расстановки, в которой очень здорово и подача летела, и блок работал. И, казалось бы, можно набирать еще очки. А вот Протон, кроме этого съема, отыграв первый мяч, еще и выиграл эйс. Очень прилично там мяч в площадку попал, что, в общем, спорить было даже бесполезно. А вот по виду Юрия Маричева кажется, что опять ничего не видно. Что говорят арбитры? Очень похоже на то, что снова у нас нет возможности эпизод посмотреть. И понятны эмоции тренера гостей, что происходит. Дважды вот счет 2-5 сейчас на табло. И дважды ничего не видно на повторах. Конечно, да, конечно, эти попытки останутся у главного тренера гостей. Но дело-то не в этом. Он очень хотел выиграть очко. Кстати, по окончании прошлого матча, вот, который в начале февраля ленинградка здесь играла с Протоном и выиграла, кстати, в трех партиях, Юрий Маричев даже так немножко расстроенным выглядел. Ну, понятно, что расстроился сильно поражению своей команды, но еще расстроился потому, что не до конца эмоции выплеснулись как следует, как это обычно бывает, когда игрой ленинградки руководит Александр Кашин. Тут целый спектакль мы видели не раз, и с красными карточками, и с удалениями. Ну вот, действительно, не хватает. Что ж вы тут сидите такие скучные, сказал Юрий Маричев, не хватило огня. И еще один повтор, и еще одна возможность отыграть очко Протону. Тут уже завелся по-настоящему Маричев, и действительно требует от арбитра, чтобы что-нибудь ему показали. 2-6 пока, и уже третий раз запрос от Протона, и как партия-то у нас началась. Просто удивительно, не каждый раз такое увидишь. После выхода из карантина Протон уже успел сыграть матч в Заречье. И там все очень непросто получилось, уступая по ходу матча со счетом 0-2. Вот это как раз уже 25-й тур был, и Протон проиграл две первых партии 23-25, 25-27. Да, ну вот разглядели, что это была площадка. Тут, правда, вот совсем чуть-чуть, и вряд ли это в динамике можно было разглядеть. А вот на таком повторе очевидно, что мяч линию зацепил. Третье очко для гостей. Виктория Рус будет подавать. Ну, естественно, тут теперь недоволен этим решением Алексей Лазневой. Но кроме как поговорить, ничем другим спорить уже нельзя. 3-5. И забила Виктория Русакова. И теперь атака Анастасии Горели. Максимова в центре еще у Протона, как раз тот игрок, вместо которого либеро на задней линии начинала. И поскольку первая расстановка была такая достаточно долгая, с 0-4 все же Протон-то начал, то Юлю Максимову только-только увидели. А все же от блока ваут Ярослава Симоненко отыгрывается совсем немного, но за линию. И Протон вплотную подобрался к ленинградке. 4-5. Виктория Руссу, которая великолепный матч провела против своей бывшей команды, против Заречья. 30 очков она набрала за эту партию. Но партии были затяжные. Хороший процент атаки. Блоки очень неплохие. И еще сейчас будет повтор. Смотрите, что происходит. Еще один челлендж берет Юрий Маричев. Но я думаю, что все болельщики, которые смотрят игры с участием саратовской команды, вот к такому стилю ведения игры уже привыкли. Постоянно чем-то удивляет, причем при таком внешнем спокойствии. Маричев вот сейчас какой же по счету? Четвертый запрос он делает. Два первых не показали, один был удачным, значит, снова две попытки остается. И вот четвертый запрос от тренера гостей. Ну, а ленинградка свою прошлую встречу
проводила здесь же, на своей площадке. И, к сожалению, для самих себя и для болельщиков проиграла в сухую команде из Краснодара. Вот теперь будет еще тяжелее. Динамовки выиграли здесь со счетом 3-0. 24 февраля этот матч проходил, 25-й тур тоже для ленинградки уже завершен. 25-21, 25-19, 25-22. Вот такие три сета выиграли подопечные Константина Ушакова. И теперь ответный матч в Краснодаре, который, конечно же, может изменить положение команд в турнирной таблице. И опять долго смотрят этот челлендж арбитра. Сколько же игра? 10 минут у нас как началась. А первая партия еще далека даже от 10 очков. Вот это будет удивительно, если опять ничего не удастся рассмотреть, опять не покажут повтор. Ну, мне кажется, смотрят момент арбитры, вот так заглядывая я на экран, и точно что-то смотрят, крутят туда и обратно. Главное, чтобы вывод сейчас сделали, но пока без первого судьи. Обходится это совещание, пока пробует разобраться второй судья и инспектор матча. В 25-м туре один матч остался. Вот сегодня здесь доиграется 24-й, а в 25-м один матч между Красноярским Енисеем и Локомотивом из Калининградской области 2 марта. Команды встретятся в Красноярске, и таким образом для некоторых команд нашей Суперлиги останется всего лишь одна игра. Дальше будем делать выводы и, конечно же, ждать команды, занявшие с 3 по 10 места. Здесь будет самое интересное, потому что будет раунд квалификации. И он совсем после небольшой паузы намечен 13 марта. Сыграются встречи на полях команд, которые заняли 7 по 10 места на предварительном этапе. А уже через неделю, 20-го, ответный матч на площадке команд, занявших места с 3 по 6. Ну и тут другая немножко ситуация у нас по сравнению с спорный мяч. Все же спорный мяч. Мяч этот должен быть переигран. И опять, ну, здесь... Конечно, сложно. Сложно понять, что тут было. Касание сетки, я так понимаю, смотрели. Но касания сетки не было. Подача остается у Протона и переигрывается этот розыгрыш. А так вот, чем женский чемпионат отличается от мужского? Дальше вот в этом плей-офф у девушек при счете 1-1 по итогам двух матчей пройдет золотой сет. У мужчин такого нет. У мужчин будет полноценный матч при одинаковом счете после двух сыгранных встреч. Ну а дальше, в принципе, все пойдет уже по плану. Сроки проведения, конечно, тоже разные. Девушки сыграют 29 марта по 3 апреля. Это будет финал 6, в который напрямую попадут, как стало известно, два «Динамо» – московская и казанская «Динамо» «Анбарс». Снова удачный челлендж от Юрия Маричева. И получается, что это уже четвертый запрос. Две попытки еще остаются. Но если все время будет вот так вот в пользу Протона, то таких попыток может быть бесконечное количество. Анастасия Горелик. Очень важный мяч, 6-4, потому что и опять пришлось подождать. Тут и передача Натальи Непомнящей хороша. Здорово прострелила дальнему игроку за голову. Но здесь классная атака, очень быстрая, скоростная, и потерялся блок. Блок потерял игрока своего абсолютно. Здесь, если отвечала Екатерина Сокольчик за этот удар, то слишком далеко Кантэни ушла заранее. 5-6. Ошибается на подаче Ярослава Симоненко. Либеро у нас сегодня по одной схеме играют. Одна выходит в защиту, другая принимает. Либеро Ленинградки я уже представила. А у Протона Кристина Ловнова. Вот сейчас она на площадке. Пятый номер. Она играет в приеме. Ну а еще одна либеро, защитница Екатерина Дороничева,
сестра связующей саратовской команды. И еще одна быстрая комбинация. И опять на опережение блока. И опять в ту же самую точку выходит Максимова рядышком со связующей. Вот смотрим это забегание. Ну, не совсем на голове, но и не у антенны. Такое вот что-то посерединке играет Дорончева и Максимова. Получается пока блок обыграть сетки, коснулась Наталья Непомнящих. В попытке вытащить мяч очень быстро к сетке довелся этот прием. Прием, конечно, ленинградки расшатывать никак нельзя. От этого зависит, да не только игра хозяек, игра любой команды. Но сколько матчей мы здесь видели в Санкт-Петербурге, когда прием плыл, а за ним начинались другие проблемы. Поэтому держаться на приеме, конечно, Протон постарается загрузить и Екатерину Сокольчик, как многие соперницы это делают. Доигровка хозяек. Атака из четвертой зоны. Сокольчик. Хорошо смягчила ее удар Дороничева. И теперь ответ Бавыкиной. Что не первая атака Анастасии Бавыкиной. Надо будет обратить внимание, сколько она атаковала. И длинный долгий эпизод выигрывают хозяйки. Да, вторая атака капитана Протона, пока без забитых мячей, но у нас вообще, в принципе-то, еще ударов было не так много, пока загружение других в составе Саратова Ярослава Симоненко. 7 передач она получила, правда, вот с эффективностью все очень скромно. Нет, не хватило высоты, пришлось уже там откручивать, как-то скручивать мяч, только в сетку получилась атака Анны Луневой. Ну, действительно, мяч вот по этому жесту тоже видно. И он над сеткой-то еле-еле показался, и то не весь. Сейчас занизила передачу Наталья Непомнящих, счет 8-8. Някина, неплохой прием очень даже, и атака, если было касание блока, это было заметно. Тут спрашивает Маричев снова у своих блокирующих, а было ли касание на блоке, и кажется, кто-то из них засомневался. Но раз никто тренеру не подсказал, то и этот челлендж пытается выиграть сейчас Юрий Николаевич. Признаюсь, не помню вот такой вот партии, чтобы такое количество просмотров было. Вот первый неудачный. А сет у нас пока до 10 очков так и не добрался. Здесь было касание блока. Странно, что, если, конечно, смотрели этот эпизод, странно, что никто из блокирующих. Ага, тут еще и поле было. Значит, могло и не быть касания блока. Арбитры показали именно поле. Одна попытка остается у Протона в первой партии. Подача Екатерины Сокольчик. Здорово по линии. Симоненко отлично с приемом справилась. А вот тут Лунева угадала, что будет перевод в первую зону. Скидка. И скидка тоже перехватывает блок Анны Луневой. Хозяйки снова не выпустили соперниц вперед. Вот уже второй такой момент в партии, когда Протон буквально в спину дышит. Он и сейчас-то недалеко. Ленинградка все-таки справляется и вперед соперниц не выпускает. Еще раз по линии в Симоненко. Высокая принимающая Ярослава Симоненко. И, конечно, попытаются хозяйки ее как следует подвигать на приеме. В руки подавать, наверное, не очень правильно, потому что Ярослава довольно стабильно мячи доводит. Ну, а если заставить ее перемещаться, особенно вот сейчас, когда она вышла к сетке, пока на подаче вторая доигровщица Анастасия Балыкина, это может быть очень полезно. Нет доводки совсем. Горелик будет рисковать. Ну и я не знаю, как этот мяч вообще в линию сумела перевести. Да, в площадку не попало, но смотрим, вот забрасывает мяч к сетке Виктория Русакова. В линию бить невозможно, и даже за антенну. Анастасия Горелик ударила. 10-10. Сложно подает Анастасия Бавыкина. Тут допускает ошибку. Анна Лунева, у нее уже был эйс в этой партии. И эта подача хороша, сразу же под переходящий мяч и под очень аккуратный блок Виктория Русакова. Блок сыграла здорово, под сетку опустила мяч. 12-10.
калибра немножко помогла Анастасии Бабыкиной. Блок у Ленинградки классный, его уже достаточно много. Это четвертое очко. У Протона пока ни одного результативного блока нет. Тайм-аут гостей при счете 10-13. Надо сказать, что пока совсем не много забивают команды в нападении. Вот это вот удивительно, выигрывают за счет подачи. Прием у Протона даже лучший, почти вдвое. А вот с атакой примерно одинаково. Но у Ленинградки большое преимущество на блоке. Вот этот элемент и позволяет им вести в счете. 13-10. Первый тайм-аут завершился в этой партии. Но, правда, перерывов уже было столько, что, похоже, вообще не осталось даже тренерских пауз. Но нет. Снова после долгой паузы готовится к подаче Анна Луднева. Тут Протон вовсе вдвоем принимал, сделал небольшие подвижки в рядах принимающих и спрятал Анастасию Бабыкину. Ну, сейчас уже неудивительно, что, конечно, любой возможностью будет пользоваться Юрий Маричев, тем более, что в этот раз он очень уверен в том, что было попадание по блоку. Арбитры Ленинградки отдали подачу, и счет установился 10-14, поскольку у Протона челлендж, но подача у хозяек, и вот здесь опять ждем, сгорят ли уже все попытки в этой партии у Маричева, или снова останется одна. Еще одно важное решение вскоре должно быть озвучено. Где будет проходить финал шести, на это право претендует в первую очередь команда. Было касание блока, сейчас нам, я надеюсь, покажут этот эпизод. Протон на подаче возвращается. Да. Просто мизинец Анастасии Горелик и подача у гостей. Так вот, на право проведения финала шести претендует московская «Динамо» и «Динамо Акбарс». Если вдруг обе эти команды откажутся принимать турнир, то тогда возможно воспользоваться правом третья или еще какая-нибудь команда. В общем, интересно, где команды будут играть, потому что много матчей. Ну и, конечно, преимущество домашней площадки. Для кого-то из команд будет. Руссо не сильно и не очень высоко. Через руки Виктории Русаковой мяч на стороне Ленинградки падает. Виктория Руссо, конечно, очень хорошие матчи выдает. Есть пока некоторая нестабильность. Вот еще Эйс заработала. Нестабильность, то есть не сказать, что вот прямо весь отрезок предварительного этапа проводит на высоченном уровне. Но отдельные матчи выдаются прям очень неплохими. И, конечно же, видно прогресс этой волейболистки. Обязательно нужен первый темп и рядышком со связующей. Очень красиво в зоне играют Полякова и Непомнящих. Да и Анна Лунева тоже. Ну, завидела одну передачу. Наталья, ничего страшного, дальше надо продолжать блок разрывать. От этого будет проще. И Екатерина Сокольчик тоже. Одиночный блок Полякова прихватила атаку Анастасии Бабыкиной. Доигровка у Ленинградки. И теперь высокий мяч. Вот все же это не самый большой конек Екатерины Сокольчик. Да, она пытается и очень часто по пальцам попадает. Сейчас была вот и сейчас замены у нас пошли. Замены у Протона. Усиливается блок на передней линии. Елена Савкина. И вторая связующая. Саликова сейчас будет вести игру, 16 номер. Но она достаточно часто в Протоне играет. Прошлый матч от начала до конца провела. Сейчас еще раз возьмет. Вот я даже нисколько не сомневаюсь, что еще один челлендж будет у Протона.
я уже со счета сбилась, сколько таких запросов в этой партии, но сейчас на касание блока. Арбитры показали 4 касания, ну а Юрий Маричев хочет увидеть касание блока ленинградки. Ну что ж, ждем и этого решения тоже. Удивительно долгая партия получается, и как таковых игровых действий в ней совсем немного. Это и по количеству атак, и по количеству приемов. Вот сейчас статистики видно. Но вот графа 4 блока против ни одного. Снова отыграл челлендж Юрий Маричев. И снова спорный мяч. Подавать будет Протон. Касание блока было. Тут все гораздо быстрее решилось. С таким повтором не поспоришь. Другое дело, что Алексей Лазневой тоже может там что-то углядеть. Вот сейчас он беседует с Дмитрием Карасевым. Ну и все. Заканчивается только лишь беседой. Ярослава Симоненко на подаче. Счет 14-15. Это уже классно. Для Екатерины Сокольчик вот такие мячи, конечно, они удобные, они быстрые, ну и ловит она разрыв. Блоки видит прекрасно, быстро мяч снимает. Тут сложно было успеть Юлии Максимовой. Обратная двойная замена у саратовской команды. Возвращается Виктория Руссу и основная связующая Мария Дороничева. Ну вот такая точечная замена была на усиление блока. Двигаются ленинградки, перекрывая видимость Ярославе Симоненко. Очень много места ей в приеме оставляют. Неплохо приняла, но и нет. Мяч упал или нет? Мяч все-таки упал, да, это было видно. Правда, вот не сразу, но прозвучал свисток арбитра. И, конечно, вот такие обманы падать не должны. Да, иногда бывает это очень внезапно, неожиданно для того, чтобы подстраховать, когда вот увлеклись какими-то действиями. Но здесь Дороничева была и от сетки далеко, и просто ну, какая-то совсем наглая скидка упала. Почему-то ее никто не страховал. Тут Протон еще выигрывает очко с подачи, делает это Юлия Максимова. Счет снова сравнивается, но вот до этого момента ленинградка не выпускала. Вперед подачу отыгрывала, смотрим, как будет сейчас. Ну, тут сами подачу потеряли. И, как мне кажется, вот эти долгие просмотры и большое их количество немножко усыпили бдительности одной и другой команды. Какая-то тягучая очень стала игра без эмоционального накала. Ведь я уже говорила, в турнирном положении тут разные расклады можно считать, прикидывать будущих соперников. Не то чтобы думать, как сыграть в последнем туре, но все же понимать, с какого места команда выходит и с кем играет. Выбор соперников, как показывает практика, ни к чему хорошему не приводит. Биться надо по-настоящему в каждом матче, но тенденция первой партии у нас не меняется. Анастасия Горелик снова прибавляет очков в пользу своей команды и снова ленинградка ведет в счете. Симоненко очень много принимает, Руссу атакует от блока в аут. И стабильно ведь доводит Симоненко. Вот пока, ну, как мне кажется, и несложно. Ей вот 8 раз ее подавали, принимает она лучше всех. Что-то, наверное, сложнее надо изобретать, как вот у Анны Луневой пару раз уже получилось. Закрутился мяч после передачи Натальи Непомнящих, но в итоге довольно удачно прилетел в четвертую зону и Анастасия Горелик и там напомнила о себе. Наконец-то к концовке в этой партии мы приблизились. 19-17. Екатерина Сокольчик. Сейчас совсем спрятали на приеме Анастасию Бавыкину.
А вот, может быть, и в нее туда Екатерина выцеливала укороченной подачей. Но получается, что два принимающих у Протона. Бовыкина совсем близко к третьему метру. Вот там и совсем близко к линии. Можно даже и не говорить, кто делает запросы в этой партии на касание блока. Очередной челлендж от Протона 17-20. Тут все еще быстрее, и вот теперь не остается никаких просмотров в этой партии у гостей. Касания блока здесь не было, высоко над руками. Но, возможно, это ведь и пауза, тактический ход тренера саратовской команды. Возможно, и так. Опять укороченная, да, это абсолютно точная игра на стороне соперника, ошибка связующей, ну, наверное, даже не столько связующей, сколько принимающей, потому что опять немножко не успела Ланова ногами подойти к мячу и перестаралась доводкой, отправила мяч практически уже на сторону Ленинграда. Тут еще ведь из задней линии сейчас связующая у Протона, будь на передней, возможно, Бодороничева и скидку выполнила. Русу и пробивается между руку Анны Луневой. Виктория. Протона на подаче Анастасия Бабыкина. Потерь подачи много. Гости уже 4 раза на подаче ошиблись, но при этом выиграли 3 очка. И опять, вот мы пока смотрим на Анну Луневу, а если в кадр попадут принимающие, обратите внимание, как мало места оставляют Бавыкины. В конце концов, она вообще уходит готовиться к атаке. Она вообще не принимает. И Протон эту нагрузку распределяет на двоих. Вот тут, наверное, какие-то подачи между игроками. Вот что-то к линиям надо заставлять двигаться принимающих. Цепляет скидку Екатерина Полякова, борется Протон и возвращает мяч. Но вот теперь что-то быстрое нужно придумать Наталье Непомнящих. Атаку первых темпов и даже 3 блока постарались выпрыгнуть, но все 3 не успели. Вот, все втроем опаздывают. А если бы был прострел Кантени, какая же бы была красота на чистой сетке. Ну что ж, 18-23, второй тайм-аут у Протона при таком счете. И получается, что кроме замен, две мы видели и видели... Две обратных. В этой партии, кроме замен, у Маричева никаких пауз не остается. Нет перерывов, нет просмотров. Но у Ленинградки есть подача и есть шикарное преимущество в счете для партии. Но не надо забывать и прошлый матч, в котором... Борьба была именно в концовках, и отыгрывались очень большие отставания. Остается мяч в игре после атаки Анастасии Горелик, но удачно перелетает после защиты Протона на сторону Ленинградки. Ну а теперь доигровка гостей быстро в край. Ярослава Симоненко упирается в блок хозяйки. Это сетбол 24-19. Поднимаются цифры в нападении у Ленинградки и застряли у Протона на эффективности атаки ниже 30%. Викторию Русу тоже накрывает двойной блок хозяек. Скидка здесь спокойненько поднимает Виктория Русакова. Ну а дальше не успевает замкнуться двойной блок. Блестящая атака Анастасии Горелик прямо в стык. Прямо в разрыв на блоке. И первый сет остается за хозяйкой. 25-19. Ленинградка впереди 1-0.
25-19 результат первого сета. Его выиграла Ленинград. 5 очков на блоке набрали хозяйки. Протон не выиграл ни одного очка в этом элементе. Ленинградка чуть больше была в нападении, но тоже еще есть к чему стремиться. 11-29 забитых мячей. Ну так вот, если на персональные проценты посмотреть, то у Анастасии Горелик 50. Вот тут все здорово, надо подтягиваться до игрушек. Все-таки 2 из 7 у Виктории Русакова. Пусть ничего не проиграла, пусть не забила ничего в блок, но все же этого мало. Ну и на один мяч больше. 3 из 7 тут будто считала передачи Наталья Непомнящих, и так ровно загрузила своих доигровщиц. На один мяч больше атаковала Анастасия Горелик. Но вот если Горелик половину забивает, то 2 и 3 у Русаковой и Сокольчик, этого маловато. Первый темп. Екатерина Полякова 2 из 3. С Анной Луневой разок попробовали, не вышло. Хотя 3 передачи, забитых мячей нет. Вот это цифры в нападении ленинградки, что касается приема. А здесь Наталья Някина, лучше принимающий. 5 раз она принимала, 60% доводки позитивные, а вот с отличной надо еще постараться на комбинации. Но больше всех, как и предполагалось, трудится в приеме Екатерина Сокольчик. У нее, ну, сносный процент, но было 2 ошибки. А в первой партии Някина тоже ошиблась разок. Вот это сложная подача Протона. Понятно, почему 4 раза потеряли, рисковали, 3 раза выиграли. Лучший игрок у ленинградки. 5 очков набрала Анастасия Горелик. В Протоне тоже 5. И тоже у диагональной Виктории Русу. 12 раз, еще больше даже, чем Горелик атаковала, а вот забивала меньше. Всего лишь 4. У нас началась вторая партия. Изменения в составах команд тренеры не сделали. Ну и за исключением выхода совсем на недолгое время двойной замены. Ничего другого мы от запасных не видели в первой партии. Давайте обратим внимание на качество атаки нападающих Протона. Вот здесь Анастасия Балыкина, между прочим, только сейчас забила свой первый мяч в этом матче. В первой партии вообще ничего не забивала, ни разу ни одного очка, атаковала 6 раз, 2 попала в блок. Ну, все остальное просто оставила в игре. Не ошибалась, но и не забивала. У Юли Максимовой 2 из 2, это первый темп. Но что касается Ксении Меньшиковой, то ей вдвое больше пасовали, а забила она один мяч, 1 из 4. Ну и прием у Протона очень даже приличный, стабильный. Вот эта схема в 2 принимающих работает прекрасно. Действительно, Анастасию Балыкину исключили абсолютно из приема. Ну, так для сравнения. Балыкина 3 раза принимала. Сейчас, наверное, хорошо видно будет с этой стороны, как готовится к приему, как схема у Маричева работает принимающим. И вот увидите, что совсем освободили от этой обязанности капитана. Ну, прием. Классно. С 3-метровой линии атаковала Симоненко. А вот Виктория Русаковой очень удобно. Ну и действительно, надо заводиться, надо как следует использовать свои возможности. Все же один из самых опытных игроков нашей Суперлиги. Не попала по блоку Виктория Русу. Это далекий аут. Я думаю, что стоит постоянно напоминать ленинградку, друг другу напоминать о том, что может скинуть Дорунчева. На нее, конечно, и, ну, так хоть и слегка, но Русакова выпрыгивает на блоке, успевая потом опуститься и дойти вторым блоком. Вот еще раз подстраховала, а дальше спокойненько переместилась, сделала полшага вправо и помогла заблокировать Екатерине Поляковой. Екатерина лучшая в этом эпизоде, но в этом элементе, но частенько она становится и лучшим блокирующим тура.
Такое тоже бывало не раз. Протон словно не бережет свои тайм-ауты. Очень похоже это на количество взятых просмотров. Даже вот так при счете 4-5 что-то очень важное говорит сейчас своей команде Марич. Классная подача, очко с подачи Анастасия Горелик зарабатывает первый эйс ее в этом матче. Второй ленинградки, первую партию Анна Лунева выиграла. Еще одна укороченная, но теперь, ну это не скидки, их надо ждать, конечно, потому что чувствует прекрасно связующая, когда, ну, есть возможность. Быстрая доводка. Тут даже первый темп-то не выходил, не угрожал еще. И вот так вот в одиночку на чистой сетке, без всякого сопротивления, сама справилась Мария Дороничева. Ничего не мешает обманывать и Наталье Непомнящих. Она тоже здорово умеет это делать. Правда, вот в этой ситуации все же либеро подтягивается, страхует. И нужно, опять же, внимательно за этим следить. 6-6. Счет сравнялся на подаче Ярослава Симоненко. Первый блок протона. Закрывает удар Виктория Русаковой. Ну, вторая партия. Тут и первый забитый мяч капитана. И первый блок. Ленинградке уже 6 очков на блоке. Ну, я так смотрю, довольно спокойно Маричев реагирует на эти ошибки в подаче, а значит, позволяет рисковать, позволяет что-то найти, может быть, ниже над сеткой, может быть, чуть быстрее в грудь принимающему. Бабыкина, хорошая передача, как-то удалось пробить вход, абсолютно даже не коснулся сейчас блок ленинградки, при том, что атака из четвертой зоны в пятую шла. Немножко слетели, наверное, тут, может, не успела занять место как следует Екатерина Полякова и пролетела туда, в сторону линии. С трудом приняла Сокольчик, мяч остался и только могла подбросить Наталья Непомнящих. Протон даже втроем здесь решил блокировать. Вот обманы, конечно, они будут проходить. Причем Непомнящих, почему Наталья сейчас классно скинула? Потому что она дождалась эпизода, когда будет команда без либера. На подаче Юлии Максимовой, значит, в защите, да еще и Викторию Руссу, самую высокую нападающую, которую, конечно, не просто защищаться. 194 рост Виктории Руссу. Есть и Елена Савкина, вот она сейчас на передней линии, кстати, надо это отметить. Изменения в составе Протона. Савкина в центре. Не сразу я обратила на это внимание, потому что не к сетке она выходила. Так вот, все же есть небольшие изменения в старте у Маричева. Савкина универсальный игрок. Может и в диагональ, как в прошлой партии, может и в центр. Высокая здесь. Но почему поднимают руки гости? Потому что на задней линии Непомнящих. Нет, ну передний. А почему тогда? К чему вопросы? Все было чисто. Счет сравнялся 10-10. А вот сейчас Наталья уйдет на подачу. А значит, будет 3 нападающих на передней линии ленинградки. Конечно, очень плотно матчи. Окончании предварительного этапа. Тут буквально через 2 дня командам снова уже играть. Но это тем в основном, кто отстает от графика.
Естественно, все матчи предварительного этапа должны быть закончены до 13 марта. Единственная, наверное, вынесенная такая игра может стать встреча между лидерами. Собственно, она имеет значение в борьбе за первое место. Ну и вообще принципиальное противостояние, вот что мешает сыграть чуть позже в Москве и Казани. Снова напоминает о себе первый темп ленинградки. Куда-то побежала блокирующая. Совсем Савкина подзабыла про своего игрока. Ну и надо этим пользоваться, конечно. Да, высокий блок в центре, но есть ведь и минусы высокого блока. Значит, чуть медленнее перемещается, и надо от него убегать. Так это сейчас и получилось у Натальи Непомнящих и Анны Луневой. 12-10. Протон в этой партии немного ведет в счете. Ленинградка в роли догоняющих. Очень все похоже на прошлую партию, только вот счет изменился теперь в пользу гостей. Бьет Анастасия Бавыкина. Очень сложно, конечно, Протону, когда не поддерживает атаку команды лидер, капитан, и очень много мячей, которые, в принципе, Анастасия Бавыкина может, если даже не забивать, да, оставлять в игре. Вот сегодня очень много ошибок. 12-12, между прочим, это второй перерыв Протона. Не осталось тайм-аутов в этой партии у гостей. Анна Лунева будет подавать. Она подает больше других, причем гораздо больше. А значит, ленинградка в этой расстановке добывает больше всего очков. Плюс усложняет, выигрывает. Пришлось даже доворачиваться и руками добрасывать мяч, потому что ногами как следует не дошла до Дороничева. Каждый раз показывает зону Маричев. Вот сейчас показывал кулак, что значит именно центр, шестая зона. Но подача получилась по заданию. Быстрый первый темп. Юлия Максимова поднимается перед связующей. И то ли с направлением не угадала Екатерина Полякова, то ли руки просто долго выносила. Но, в общем, блока не получилось. Акина, вот не сказать, что плохо доводит. Доводит куда-то 3 метра все равно и принимает стабильно либеро ленинградцы. Ну вот чуть-чуть еще поудобнее для того, чтобы была угроза в центре. Подача Анастасии Горелик. Успевает Лавнова закрыть зону приема Бавыкиной в очередной раз. И такой обман, который абсолютно без попытки, даже без движения почему-то остался на задней линии. Смотрим, тут уже далеко-далеко была в защите Мария Тисевич, но эту скидку не успела. Oh.
разыгрывается Виктория Русакова, пусть пока еще немного, но ей передач не особенно много направляется. Тут понятно, что в четвертую зону подвешивала Наталья Некина, но все же вот таких ударов, сложных мячей, когда блок уже понимает, что больше некому атаковать и стремиться, уже заранее выходит, тут уже такие мячи Виктории забиваются. Жаль, что не получилось у хозяек доиграть после защиты Екатерины Сокольчик. Мяч просто упал в центре. И подавать будет Протон, 16-14. Вот теперь идеально довела Някина. Связующая Протона здорово смягчает мячи на блоке. Сейчас, наверное, если не отдадут Протону, а отдали, нет, арбитры видели, что мяч упал, абсолютно точно был бы еще один просмотр на касание пола. Мяч упал, и одновременно с этим касанием коснулся ладони Анастасии Горелик, но все же это уже выигранное очко в нападении. Так вот, пасующий Протона, я хотела сказать, на блоке пусть не закрывает вот так, как сейчас, и блок пошел только во второй партии у гостей, но смягчает здорово. Так отскакивают мячи даже после самых сильных атак. Тайм-аут берет Алексей Лазневой, старший тренер Ленинградки, 14-18. Один перерыв у Ленинградки остается в партии. Счет 18-14. Хороший прием. Такие высокие, сильные руки у Савкиной. Но с этими руками все же справилась Екатерина Полякова. Она тоже очень высоко мячи ловит. И своим блоком, и как сейчас в атаке, все же сумела блок пробить. 15-18. Постарается Ленинградка сейчас пуститься в погоню. В прошлом матче не принимала участие Дарья Столярова. Побаливает у нее колено. Совсем она не разминалась и всю встречу провела на скамеечке, в костюме, даже не разогревалась. Но вот сегодня со специальным тейпом на колени она все-таки в строю. Пока замен не делает Алексей Лазневой, но это уже плюс, что есть такой нападающий в его распоряжении. Знаем, что при необходимости в Ленинградке может быть замена и на усиление атаки, и на усиление приема. И вот Столярова как кандидат на этот выход очень даже может быть. Ну и Виктория Боброва, которая тоже довольно часто выходит и в диагональ, и в доигровку. Капитан команды Анна Матиенко. Тут два касания было у Анны Лунёвой после своей атаки. И пока этот первый темп не работает. Буквально следом за первым тайм-аутом и второй вынужден использовать Алексей Лазневой, потому что ничего не изменилось. Ничего хорошего не происходит для Ленинградки. Отставание уже выросло до 6 очков. И второй тайм-аут. Все, дальше этот сет играем без тренерских тайм-аутов. 21-15. Хорошее преимущество гостей. Сокольчик попадает. И опять видно, что блок не успевает. Вот тут есть, конечно же, возможность Екатерине, но для этого нужна быть быстрая передача, для этого должен быть отвлекающий маневр в виде первого темпа, и дальше уже разберется Екатерина Сокольчик со своей любимой быстрой передачей. Нет,
порядке, не в порядке Анастасия Балыкина, не было касания блока, но на всякий случай будет... Нет, это не просмотр, это что? Два перерыва, сейчас опять перерыв пытается брать Юрий Маричев, у него больше нет такой возможности. А тогда давайте возьмем просмотр. Быстро выкрутился из этой ситуации опытнейший Маричев. Ну а что говорить, опыт это предостаточно. Не надо забывать, что Маричев две Европы последних выиграл в 2013 и в 2015 году. Не то чтобы чемпионатов Европы больше не было, просто мы не побеждали с тех пор. Так лениво скинула Анастасия Балыкина, не очень-то даже высоко поднимаясь. Но выиграла, обман, дело сделала, 22-17, сама же будет подавать. Очень непросто Екатерине Сокольчик, высоченный блок против нее в этой зоне. И Симоненко, и Савкина. И только вот таким обводящим ударом. Надо отметить, что не очень-то блещет в защите в этой партии команды. Какие-то очень торопливые движения и вот такие простые мячи для либеро. Ну, конечно, они должны подниматься. Много укорачивают хозяйки. Наверное, была такая установка от тренеров. И дальше опять падает обман, и опять нет страховки. Тут помешал, наверное, отскок от рук. Он направление этой скидки изменил. Браво, Виктория Русакова снова находит брешь в двойном блоке. Максимову и Руссу блокировали. Смотрим, где мяч прошел. Ну, в каких-то ситуациях Протон бежит тройным блоком. Но вот здесь движения из четвертой зоны не было. Я думаю, что Русакова, если будет так атаковать, то, конечно, тройной блок требуется. А пока блок ленинградки празднует там от всей души Екатерина Полякова. 20-23 сохраняет хозяйки шансы на победу в этой партии. Правда, сделать это будет очень непросто. Хорошая расстановка с подачи Лунёвой. Как здорово довела сейчас Лавнова. Очень непростой планер. Ну, вот и три блока. Три блока появились и дальше разбегаются. Блокирующие не успели ни одна из них к атаке как следует подготовиться. Это низко для Виктории Руссу. Ленинградка снова с тройным блоком встретится сейчас. Виктория Русакова и обыгрывает этот тройной заслон. Вот тут вот будет просмотр. Тут будет просмотр. Юрий Маричев очередной свой запрос делает. На что? На касание сетки. Ну, сейчас посмотрим. Обратился на всякий случай к своему помощнику. Дмитрий Журавлев там что-то подсказал. И у нас очередной повтор. А, на касание сетки. Вот что заметили тренеры Саратова. Ну и действительно, у Протона, откуда ни возьмись, появился блок в этой партии. 4 очка. Ленинградка к 5 очкам в первой партии добавила 2. И атака. Атака у гостей стала вдвое лучше относительно стартовой партии. Прием. Прием вообще хороший одних у других. Ленинградка не ошибается, а Протон допустил одну ошибку, но зато доводит очень прилично. Сейчас я постоянно обращаю внимание на атаки Виктории Русаковой. Надо сказать, что у нее на данный момент больше всех передач. 15. Анастасия Горелик первую партию на себе тащила атаку ленинградки. Вот теперь этот вектор склонился в сторону доигровщицы под 11 номером. И Виктория из своих... Сколько у нее? Ниже 30 был процент в первом сете. Уже добралась до 40, но прием теперь оставляет желать лучшего. Вот что-то где-то все время проседает. Ну,
в основном Някина и Сокольчик. Вот два принимающих. Някина стабильно, за исключением ошибки в первой партии. Екатерина Сокольчик тоже вполне уверенно чувствует себя в приеме. Кстати, цифры в нападении у нее тоже подросли по сравнению с первой партией. Ну что ж, два момента с тем, что мы не могли смотреть запросы Юрия Маричева. Не было технической возможности в стартовой партии, уже были. И сейчас тоже затягивается пауза. И видно, что и этот просмотр тоже очень сложные, непростые задачи Марич ставит перед судейской бригадой. Но это, вероятно, разбор как раз вот с либера, той обработки, когда мяч чуть выше летит. Ну уж действительно, чего там кулаками играть. Все же первое касание, к нему претензий быть не может. И либера такие мячи над головой должны обрабатывать. Все, посмотрели арбитры эпизод. Не было касания сетки, его не нашли. Подача ленинградки очень близко было, но, может быть, волосами в последний момент, вот так вот разворачиваясь, Виктория Русакова все же все-таки коснулась, но это не ошибка. Зато какую паузу Маричев выиграл на сложной подаче Анны Луневой. И еще раз очень неплохо Анна подала. Симоненко рискует, бьет в ход, попадается в руки Поляковой. Еще одна атака теперь уже через линию, через Анастасию Горелик. И пробивается Ярослава, принесла своей команде сетбол. Нет доводки у ленинградки, и не просто, даже не то, что не просто, просто перебросить надо повыше. И идти уже готовиться на блоке. Тут такое четкое опережение получилось сразу двух блокирующих. Мяч очень быстро вылетел из рук связующей и очень быстро уложился в руку нападающей. Протон выигрывает вторую партию, счет сравнивается 1-1. Ну что ж, мы ждем третью партию. И слышали, наверное, как сейчас попытался завести своих волейболистов Алексей Лузневой. Ну, как-то поздно ленинградка бросилась догонять Протон. Но отстали в самом начале второй партии. И дальше Протон все равно сохранял свое лидерство, хоть ленинградка и подбиралась. В общем, такая зеркальная картина первой партии произошла. И счет примерно тот же, 25-19. Первый сет выиграли хозяйки. Во втором 25-21 были сильнее гости. Состав. Ну, на Протон надо внимание обращать в первую очередь. И обращать внимание на блокирующих. Елена Савкина начинает эту партию в центре, как и в прошлом сете, с самого начала. Остальные все те же. В
все те же, кто эту игру начинал. У ленинградки пока вообще замен нет. Судя по тому, как разминаются, вот только Елена Гендель сразу в двух куртках, но, может быть, просто холодно человеку. Но остальные все в тонусе, все как следует разогреваются, и я думаю, что при необходимости Алексей Лозневой будет делать замену. Начинается у нас третья партия с неудачного приема. Какая подача-то хитрая получилась. Даже Анастасию Горелик заставили принимать, ведь она на передней линии. Она в 3 метра там к линии прижата. И все равно помогает она с такими подачами. Это Анастасия Бавыкина первое очко принесла своей команде. Вот тут у ленинградки сразу 4 принимающих. Как же по-разному команды выстраиваются в приеме. Разберемся со статистикой прошлой партии. Ну и на общие цифры тоже стоит посмотреть, потому что Протон резко свою игру улучшил во второй партии. Тройной блок цепляет атаку. Вроде бы все неплохо. Сейчас блок ленинградки. Все неплохо, да, 3 блока, да, против Горелик, против Русаковой очень часто. Наверное, сложнее успеть за Сокольчик, ну, когда мячи не просто подбиты, а пасуются как следует быстро на эту скорость Екатерины. Другое дело, что очень медленно потом в атаку игроки перемещаются, и раз за разом Дороничева оказывается вообще без свободных игроков, остается только Бавыкина на задней линии. Кому пасовать, даже если мяч доведет? Савкина подает. Не сразу она вышла. Во второй партии появилась. В первой части не принимала. Затянулась атака Виктория Русакова. Протон закрыл ее блоком. Но вот тут страховка появилась. Одиночный блок. И все же не тащится мячи. Да, готова была Наталья Непомнящих. Да, в своей зоне стояла, но выиграла у нее. Ну, блока в первую очередь. Виктория Руссо. Итак, обратим внимание на цифры. 4 очка на блоке у Протона. Все из второй партии. Высокое качество атаки. Как я уже говорила, вдвое она улучшилась по сравнению с первым сетом. Да и вообще все очень даже хорошо было у гостей и в приеме. Ну и ошибок. Вот так, вроде бы такая спокойная партия, а всего лишь по одной ошибке команды сделали во втором сете. Если вот верить статистике, то ленинградка ошибается меньше. В первой партии 8 очков проиграл Протон, ленинградка 6. Во втором сете Протон 3 мяча отдал. 5. И 3 мяча ленинградка. Вот это количество собственного брака. Ну, Протон много подач теряет. Вот он это уже говорила. А в атаке вот сейчас тоже ошибка. И надо же, какой настойчивый Юрий Маричев. Он снова берет просмотр. На что просмотр? Хотят узнать арбитры. Тут уже попытался и со своими. В общем. Касание сетки. Гадать бесполезно, потому что вариантов множество. Сначала касание блока абсолютно точно хотел запрашивать Юрий Маричев, но потом от этой мысли отказался, потому что команда подсказала, что намного выше блока мяч прошел. В этой партии еще первый просмотр. В первом сете к этому моменту уже несколько раз игра останавливалась по запросу тренера гостей. 3-3 на табло, равный счет. Алексей Лозневой задумчив. Сейчас, конечно же, такой момент, когда игра может запросто переломиться в пользу одной из команд. Нет, вот Елена Гендель на заднем плане разминается, все в порядке с ней, но всегда радуешься, когда все в строю. Вот два либера сейчас нет пока в строю Светланы Крючковой, играющего тренера команды из Санкт-Петербурга. Но
Да, Свету надо поздравить, она совсем недавно вышла замуж. И, возможно, уже больше внимания будет уделять тренерской карьере. А кто знает, может быть, и вернется еще на площадку. Но пока надо залечить колено. Когда в порядке была Крючкова, то Александр Кашин применял схему с одной лидеров в форме полевого игрока. Наталья Някина выходила и усиливала прием, когда это было необходимо. То есть плюс еще одна замена на усиление приема. Но вот сейчас, в принципе, уже на протяжении большей части предварительного этапа мы видим, что либеро Ленинградки 2 Някина и Кисевич. Я даже не знаю, вот в этом случае на что больше надеяться и что пытается выиграть Маричев. То ли просмотр, то ли паузы. Паузы длинные его команде нужны, они, как правило, всегда идут на пользу. Здесь не было касания блока, минус один повтор. Повтор, в общем, он так очень смело рискует. И опять мы видим, что это пауза под подачу Анны Лумик. Вполне может быть еще один тактический ход. И как долго-то эти просмотры, ведь вот, пожалуйста, вот и выиграл. Вот и помог. Виктория Руссу подает. Снова вчетвером готовится хозяйки принимать. Но хоть и маленький кусочек, но все же остается Анастасия Горелев. Первый темп. Работает здорово с Екатериной Поляковой. Вообще Екатерина очень, очень полезна. На блоке и в атаке. Надо больше пасовать. Будет такая возможность. Благо предоставляется Наталье Непомнящих. Но в прошлой партии Ленинградка на приеме сыграла без ошибок. В первом сете 3 очка проиграли на приеме. На второй ни разу. Но вот в третьей партии все началось как раз с некачественного приема. Четвертую ошибку команда допустила. Екатерина Сокольчик в атаке. Подрастает и ее процент в количестве забитых мячей. Ну а больше всех Виктория Русакова. Да, вот ей сейчас больше других пасует Наталья Непомнящих. И ну, вот не зря я обратила внимание на нападение Екатерины Поляковой. Да и вообще 9 очков у нее. И на данный момент она лучшая. Это можно было и без статистики определить. Все идет в атаке. 4 блока из 7 командных. Тут номер с обманом не прошел. Ошибается связующая Протона. Так вот, Полякова лучший игрок. Вот это очко записали на блок Виктории Русаковой. И по 9 мячей лидеры Ленинградки. Но в лидеры снова выбивается Полякова. Классная атака. Классный заряженный такой забег к контейне, ну и передача. Вот так надо играть. Кажется, завел Алексей Лозневой свою команду. Чувствует это прекрасно Маричев и берет перерыв при счете 4-7. Сработала замена на усиление блока вот с выходом в центр Савкиной. Ну, пусть она только один блок поставила, но все же как-то разобрались. Лучшая блокирующая Протона сейчас Анастасия Бавыкина. Немного мячей, но все же важно, что этот блок у гостей появился. И снова после паузы легко подача переходит к Протону. 7. Достается Виктория Русакова, но бьет она куда-то в середину сетки. Все началось с некачественного приема, ну а дальше не удалось мяч даже в игре оставить. Вот тут, я думаю, ну, арбитры видели, что это было поле. В общем, можно смотреть, можно не смотреть. Вряд ли
Но если Алексей Лозневой, он был рядом. Если он сейчас возьмет этот просмотр, то он может с ним и распрощаться. Он рядом находился с мячом, который, как мне показалось, оборвался в поле. Но мы дождемся и доверимся тренерской интуиции. 7-7 пока. Очень неприятная подача. В угол первой зоны она летела. За спину либера Натальи Някиной. Да, так и есть. Было поле. Вот если покажут там... Один челлендж остается у ленинградки в этой партии. Сокольчик. Приняла неплохо Екатерина. И дальше через связующую Виктория Русакова. Сказать, что очень заметно в атаке, как и Анастасия Бавыкина по-прежнему. Все же непросто для них сегодня матч складывается. У Виктории Руссу больше других передач, но это и понятно. Ярослава Симоненко, кстати, атакует столько же, а забивает еще меньше. Классно. Классно в линию перевела, замахнулась, потом немножко все-таки остановила руку, так через паузу накат Екатерины Сокольчик и ровно в линию туда, в незащищенное место. Да еще и при высоком страхующем игроке понятно, что там защитников уже в первой зоне не оставалось. 10-7. Не долетел мяч толком, поэтому скидывала и поэтому... Перебрасывала просто, наверное, Бавыкина. Тут некоторая паника у игроков ленинградки. Странно, что вот такие простые мячи качественно не доводятся, ведь напряжение-то ослабевать не должно. Тут даже вперед лицом первым темпом отдала непомнящий. Попала в темп здорово Наталья, ну а дальше уже мяч добила в таком высоком прыжке Екатерина Полякова. Еще один запрос от Юрия Маричева, 7-11, и тоже ведь один остался в партии. Много пауз в этом матче, и, конечно, игрокам непросто. И одной, и другой команды. Понятно, что все время под подачу соперника эти паузы происходят. В основном их инициирует Протон. Но, не знаю, может быть, это такой привычный график. Вообще, был матч удивительный в этом чемпионате, когда огромная пауза была, нарушили расстановку, и очень долго команды стояли на площадке, решали, что же делать, пока откручивали назад, пока поняли, в чем ошибка. Не тот игрок на площадке был в составе Протона, который был изначально заявлен. Ну и здесь снова запрос на касание сетки, и снова сетка волосами, которая ошибкой не считается. Все. Больше челленджей нет в этой партии. У гостей одна попытка у ленинградки остается, но по-прежнему не соглашается с решением судей. Маричев. Стабильно принимает Лавнова, хотя вот процент качества ее приема все же чуть ниже, чем у той же Симоненко. Но если опять же подавать в руки, то справится. Запросто справится и либеро, запросто Ярослава Симоненко эти мячи доведет. Начиная где-то, наверное, даже с концовки первой партии, всю вторую партию ленинградка подавала именно в Лавнову и продолжает это делать. Симоненко. Кажется, что мяч немного в стороне остался от ее руки. Разбегалась
прямо, а атаковать пришлось немножко отклоняться. И снова ловит ленинградка атаку Виктории Руссу, снова накрывает блоком саратовскую диагональную, и опять мы видим двойную замену, правда, теперь уже в другом составе она идет у гостей. Ну, понятно, что выбора связующих нет, их всего лишь две, и Вера Саликова меняет Викторию Руссу, а вот в диагональ на, в этом случае, в этой партии выходит Анастасия Чернова, восьмой номер протона. Счет 13-7. Борьба над сеткой, правда, не под... Ой-ой-ой. Блок не успел совсем, и тут в одиночку осталась Екатерина Полякова, и перестаралась, сетки она коснулась. Вот тут вот еле-еле, и даже не смогла на ногах удержаться Наталья Непомнящих, а вот не коснись Полякова сетки. Вдруг и мяч бы ваут ушел. Только таких эпизодов мы видели. Неплохо задумано, и, возможно, скидка была бы выиграна. Правда, там в этой зоне Вера Саликова страхует, и Наталья Непомнящих сейчас допускает ошибку, сбрасывает в сетку. И ленинградка, вот получается, что 2 очка проигрывает своими ошибками. Сейчас надо справляться с приемом, это не получается. Протон атакует из зоны 4, Балыкина рискнула как следует. И после защиты Екатерины Сокольчик мяч улетает в аут. Ну что можно сказать, вот три подряд мяча хозяйки с большим желанием сопернику отдали сами. Вот вроде бы кажется, тут касание сетки, тут какая-то еще помарка, скидка в сетку мяча, который в принципе и пасовался и мог бы быть выигранным. Но теперь другие проблемы, и они гораздо серьезнее. Теперь нет приема. Юлия Максимова, у нее эйсы были уже сегодня, и вот теперь до 2 очков разница в счете сокращается. Опять не прием. Попытались сыграть вторым-третьим касанием, ничего не получилось, и теперь нужен перерыв уже ленинградке. 13-12. Хозяйки уже готовы, они на площадке готовы принимать. А вот Протон буквально до последней секунды все эти перерывы выжимает. Протон никуда не торопится, но очень торопится счет сравнять. Юлия Максимова затерзала своей подачей. И сейчас, кстати, зону для подачи сменила. Ушла не по линии, подавала из пятой, ушла в первую зону. Так демонстративно Маричев за своим планшетом каждый раз показывает зону, в которую подачу надо направлять. Вот есть шанс отыграть подачу и... Мяч перелетает в аут. Я уверена, что если бы были просмотры, то и сейчас этой опцией воспользовался бы Маричев, но больше таких возможностей нет. Мяч в аут был перебит. Такая небрежность в исполнении его волейболисток. 14-12. Было ли касание блока? Нет, в сетку атакует Анастасия Бавыкина. Что-то помешало ей обработать мяч выше. Ну, очень круто, ей хотелось забить, обыграть блок именно по ходу. Туда с 4 по 4 ударить не получилось. Екатерина Полякова очень хочет сегодня стать лучшим игроком, а еще больше хочет одержать победу. 16-12. Но пока. Пока до этого еще далеко, надо бороться. Счет равный по партиям. Да, есть перевес 4 мяча в третьем сете, но сейчас время уже пошло на подачу, и надо ее очень быстро подавать. Два касания. Полякова справилась.
пусть даже мяч у нее отскочил от ноги, пришлось за ним сбегать, и подачу-то она выполнила все равно без ошибки. А вот дальше Реймер-то не просто выполнила, а еще переходящий. А дальше в сетку ударила Екатерина Сокольчик. После этого сама себя подстраховала, что, конечно, не дает возможности дальше игру продолжать. Хороший взлет получился, может быть, и вынужденный по какой-то причине далекого приема на другую сторону, но из этого самый максимум выжили непомнящих и Лунева. Протон не торопится в этот раз обратную двойную проводить Саликова и Чернова на площадке, хотя уже Саликова на передней линии. Не получается в атаке у Анастасии Бавыкиной. И вот сейчас будет обратная замена. Возвращается Мария Дорончева и Виктория Руссо. То ли неудобно Анастасии Бавыкиной. Каждый раз как будто бы выкручивается она в своих атаках. Ну и блок у ленинградки заставляет это делать. Уже из зоны 2 Бавыкина атакует. Ее снова блоком зацепили. А вот Руссо отдохнула и сразу же после обратной замены приносит своей команде очередное очко. Подача прямо за спину игроку передней линии и между принимающими. Поэтому сложно было на приеме Виктории Русаковой. Ну и высокий блок вовремя вернувшейся Виктории Руссо накрывает Анастасию Горели. 15-18. Рано еще думать ленинградке об уверенной победе в этой партии. Протон точно не отпустит. И все как-то очень спокойно у них получается. И даже то, что не получается, очень спокойно переживается. Без всякой паники, без всяких нервов. Но это тоже ведь определенное давление на соперника. А вот ленинградке надо играть с эмоциями. Потому что когда команда на эмоциях, когда команда взвинчена как следует, то все получается. Не попала по рукам Виктория Руссо. Это скидка в аут. 19-15. Вот есть расстановки, в которых Анастасия Бавыкина хотя бы вид делает, что она готовится принимать, а потом уходит, готовится к нападению. Здесь она просто демонстративно боком начинает перемещаться в свою зону для атаки. Тоже всем своим видом показывая, что двое принимающих справятся с любой подачей. Один блок был Виктории Руссо, но ей удалось смягчить очень хорошую атаку Русаковой. Ну, теперь Сокольчик рискнет в задней линии. И опять браво. Опять браво, здорово разобралась. Три блока, и она очень спокойно накатывает. Вот это вот хорошая техника, хорошее ощущение площадки соперника. Била бы на силу, точно бы попала в блок, потому что Протон блокировал на этот раз плотно. Второй такой накат. Первый был по линии. Из четвертой зоны тогда Екатерина атаковала. Но теперь из задней линии тоже забила. У Протона нет атаки. Нужно поскорее ленинградке готовиться к своей доигровке. Русакова между рук у Максимовой. Ну и вот исправилась все же ленинградка за тот отрезок с собственными ошибками. Ну, как правило, они подряд и бывают, и, как правило, тащат за собой плохой прием. Все получилось по этой схеме в третьей партии. Вот, сложная подача. Правда, вот не проспать бы переходящий, а еще лучше его выиграть. Очко блоком. Очередное очко блоком. Горелик правую руку разворачивает в площадку. И мяч попадает глубоко. Приберег тайм-аут в этой партии Юрий Маричев. Просто удивительно, что до этого момента не потратил все свои перерывы. 16-22, перерыв Протона.
Пока за счет подачи в этой партии хозяйки действуют здорово, но еще ошибки соперника. Они тоже, хотя у ленинградки-то их за сет тоже 6, но протон ошибается еще больше. И так происходит в каждой партии. Собственных ошибок, проигранных мячей у протона больше. Здесь было все четко, доведено и быстро разыграно на передней линии. 23-16 смогли все же в чистую игру выйти в концовке партии хозяйки. Бавыкина, хоть и с одним блоком, но все равно блок. Екатерина Полякова действительно лучше других. Она и очков больше набирает, ну и просто очень полезно в каждом элементе, в каждом эпизоде. И блок, и подача, и атака. Такое мы уже видели в первой партии, но там хотя бы прыгала Мария Дороничева. Сейчас она, стоя на полу, просто делает передачу в середину площадки соперника, и мяч падает. Ну ладно, второй сетбол. Со второй попытки после атаки Анастасия Горелик завершает партию в пользу ленинградки. И хозяйки выходят вперед в этом матче 2-1. Здорово хозяйки сыграли во второй половине прошлой партии, исправились и выдали уверенную игру, продержались практически на одном дыхании до конца партии. 25-17, вот самый большой разрыв в счете, но опять же, вспоминая даже прошлые матчи, историю противостояния между этими командами, тут все плотно и тут все очень непросто, на одну победу больше. У ленинградки 8 против 7, и видно, что хоть и, казалось бы, 25-17, но все очень неспокойно в каждой партии, и в любой момент, в любой розыгрыш все очень даже может поменяться. 11 очков на блоке, за это надо похвалить ленинградку. Протон набрал 5. Весь блок свой сконцентрировал во втором сете. Там было 4 мяча, в прошлой партии всего лишь одно. Ну и атака. Конечно, на таком блоке играть непросто. Атака протона снова командная, скатилась за 30%. Не сказать, что у ленинградки уж совсем блещут все нападающие, но все же командой где-то 40. Ну а в лучших игроках Екатерина Полякова. 14 очков у нее, 5 блоков, 8 атак, 1 эйс. И главное, ведь без ошибок играет. Вот что важно. Вообще нигде не ошибается. Ну, было там, по-моему, одно касание сетки. Ну и все.
Следующий результат по набранным очкам сразу у двух нападающих. Обе доигровщицы, Виктория Чаплина, Виктория Русакова и Екатерина Сокольчик, по 11 очков. Ну и примерно одинаковая эффективность атаки. Где-то 40, да, вот так вот, процент. По-прежнему гораздо больше других принимает Екатерина Сокольчик. Но 30 раз в нее подавали. Следующая по загрузке либеро Наталья Някина вдвое меньше. Ну, та и другая с приемом справляются. Если бы не по три ошибки каждая совершила, то, в общем, доводка позитивная на уровне. У Протона лучший игрок Виктория Руссо. 12 очков у нее, 11 набрала Анастасия Бавыкина. Вот так потихоньку-потихоньку, но просто очень много нападают обе. 8 из 25 при 4 ошибках, 4 попаданиях в блок у капитана, доигровщицы Анастасии Бавыкиной. У Виктории Руссо 5 попаданий в блок, 2 ошибки, 28 передач, больше других. 10 мячей забито, еще меньше забивает Ярослава Симоненко. Здесь вот с реализацией атаки у Протона сегодня не все хорошо. У Симоненко и вовсе 27 передач, но столько же, сколько и у Руссо. А забито всего 6. Екатерина Сокольчик отличилась классной подачей. Вот еще раз смотрим, как сорвался прием у либера Протона. Ошиблась Головнова. Здесь довела здорово, пусть не идеально, но все же эта доводка позволила так догонку бросить мяч в руку Юлии Максимовой. Рискует Дороничева, хорошо чувствует игрока, висящего в воздухе. Тут надо отметить, что у Максимова всегда готова в доигровках. Она очень быстро выходит, пусть где-то даже на имитации, но все равно любое движение отвлекает блокирующего. Тоже классно атакует Виктория Русакова против тройного блока. Тут даже Юрий Маричев так покачал головой. Ну что сделаешь с таким ударом? Смотрим, как все было. Вот он блок, остался в стороне от атаки. И как же смогла Русакова обвести против тройного блока? В пятую зону попала 4-2. Симоненко прихватили блоком. Тут надо страховать. Да, пусть нет либера, но в роли защитника на страховке выступила Анна Лунева. Браво. Надо такие скидки поднимать. Если пару раз перебросы достать, то и желание просто перебрасывать двумя руками, оно отпадет. Но все же много уж Дороничева сегодня выиграла обманами. Вот специально посмотрю на количество атак. 7 раз пыталась, что, в общем, тоже не в каждом матче увидишь от связующего. 7 попыток, 3 мяча выиграно. Неудобно было бы выкинуть, просто надежно мяч сохраняла. А вот Горелик удобно, и Руссо здорово вышла в открытое место от блока. Она хорошо видела атаку в защите. Опять 3 блока на Русакову. И что это было, попадание или нет? А вот тут большая задача. Что смотреть? Будет запрос от ленинградки. Там арбитры отменили эту попытку. Может быть, то, что просил Алексей Лазневой, не входит в возможные просмотры. 3-5. Успевает снова обыграть блок Анастасия Горелик. Вот ловит блокирующих ровно в тот момент, когда руки остаются над сеткой. Они не занеслись толком на сторону ленинградки. Вот. Только-только начинал. Блок-то в центре вообще не успел. А Анастасия Бавыкина пыталась руки переносить. И в этот момент, в момент этого движения, уже шел удар Анастасии Горелик. Сейчас у нас страсти-то накаляются. Снова просмотр. Повтор дайте, говорит Юрий Маричев. Но понятно, что смотреть он будет совсем другое. С помощью запроса на касание сетки, например. А почему нет? Почему? Он не имеет права это посмотреть. Дороничева все делала правильно. Мяч был на сетке, она пыталась пасовать в блок. Все дело в том, кто первый коснулся мяча, и арбитры посчитали, что здесь как раз ошибку допустила связующая.
Ну и в каком месте, да, мяча касались, на какой стороне мяч находился. Тут лучше всего арбитр на вышке должен видеть. Во-первых, он на трос сверху смотрит, с вышки ему виднее. Задача Максимовой, не помнящих, перетолкнула. И тут, казалось бы, эпизод выиграла, если бы сетки не коснулась. 5-7. А это эйс, Тут такая подача из неберущихся. Потому что и непомнящих уже пробежала туда, на место, где ждала прием. И обратно ей было просто не вернуться. Ну, игроки передней линии, кто там сейчас? Екатерина Полякова, она тоже в этой расстановке уже оттягивается, уходит для подготовки к атаке. Почему не первый темп? Зря, наверное, не рискнула Наталья Непомнящих и не повторила забегание Екатерины Поляковой. Но Протон ошибается сам. Двойное касание. Мяч прокатился по груди Анастасии Бавыкиной. Ясно, что это решение не нравится Юрию Маричеву, но ведь если бы он видел повтор, я думаю, не стал бы спорить. Очевидно, это долгое касание было. Скидка, и сама себя успевает подстраховать Бавыкина. Тут снова над сеткой, и тут не попало по рукам Доруничева. Касание блока у Екатерины Сокольчик не было, это просто такое обманное движение блоком в аут. Девять шесть. Руссо находит разрыв между двумя блокирующими ленинградки. В последнем 26-м туре для ленинградки этот тур будет 6 марта. Но до этого нужно будет еще в гости в Краснодар съездить к Динамо. Так вот, тоже будет игра на выезде против Нижнего Новгорода. А у Протона на своей площадке 6-го, в тот же самый день, 6 марта, саратовская команда будет принимать минчанку из Минска. Ну, пока, наверное, очень рано что-то прикидывать. Вот в этой середине турнирной таблицы тут действительно есть шансы изменить свое положение. Но больше всех игр из тех, кто занимает с 3 по 10 места. Сейчас атаку Протона первым темпом, но успевает Горелик, хоть и досталось там по лицу Анастасии. Но, тем не менее, есть все же радость от того, что команда розыгрыш выиграла. Не зря сражалась, не зря защищалась. Вот это уже возвращается мяч после первого касания. И дальше Екатерина Сокольчик скидкой выигрывает. Так вот, больше всех игр у Локомотива из Калининградской области. 24 игры, 25 еще больше у Липецка. То есть у Липецка будет вот настоящий последний тур предварительного этапа, как и у Заречья. Но еще 24 игры успела провести Тулица и Красноярский Енисей. Вот это команды, которые на данный момент идут с 3 по 10 место. А у остальных, так же как у Ленинградки, 22-23 у Протона, на одну игру больше. Несмотря на то, что двухнедельный карантин команда отбывала. Собственно говоря, как и Ленинградка, тоже ведь игры-то переносятся. Почему две игры со Спартой не сыграны? Именно потому, что команда уходила на карантин. Давайте, боритесь, давайте, внимательно. И уже другой тон в общении Юрия Маричева со своей командой. Понятно, что эта партия, конечно же, повлияет и на количество набранных очков, потому что это шанс для хозяек, которые ведут в счете 2-1, набрать максимальные 3 очка. Запросто и подсчет очков ведь тоже может вмешаться в распределение турнирных мест.
чуть-чуть и в сторону сдвинулась, но все равно неплохо довела. Сокольчик. Ну, также классно получается у Екатерины эти быстрые передачи, когда она сбивает мячи на ходу. Сама довела, может, чуть выше, да, для того, чтобы оттянуться немножко дальше и разбежаться с привычного места. Но все успела сделать. Передача была хороша. 13-7. Смотрю я в квадраты запасных. Тут, наверное, быстрее всех может появиться связующая Вера Саликова. Готова у Протона. Но ленинградке так тепло была одета Елена Гендель. В прошлой партии вообще уже была рядышком с тренерами на скамейке. Готова была выйти, но выход ее не потребовался. И судя по тому, что сейчас она в майке продолжает разминаться, наверное, может быть, в этой партии мы ее увидим. Но пока замены не нужны ленинградке, а Протону нужен еще один перерыв, потому что после прошлой паузы подача-то не перешла к команде Маричева, осталась у ленинградки и осталась подавать Екатерина Полякова. По линии, судя по расположению блока. Сейчас тоже была сетка, но может быть только волосами. Сейчас посмотрим, потому что Алексей Лазневой берет видеопросмотр. Да, вот этот вот момент мы с вами уже видим, но теперь осталось дождаться только специальных камер и решения арбитров. Еще какие-то коварные планы вынашивает Юрий Маричев. Конечно, в присутствии Александра Леонидовича Кашина здесь абсолютно другая бы картина была. Алексей Лазневой пока не реагирует на своего соперника, на тренера гостей. И что там? И там действительно касание только волосами, поэтому минус один просмотр у ленинградки в этой партии. Но один запрос остается, тут ведь все дело в качестве игры, возможно, и он не понадобится. Ну, вообще так часто я говорю о той ситуации, борьбе именно между тренерами ленинградки и Протона. Ну, все это, конечно, только такой спектакль на площадке. Вообще в жизни оба наставника в прекрасных отношениях. Всегда друг друга поддерживают. Но вот, к сожалению, эта болезнь не обошла ни одного, ни другого. Юрий Маричев тоже достаточно тяжело переносил. Его отсутствие было связано именно с этим заболеванием. Хорошее смягчение, атака ленинградки, снова в 4, быстро не успевает там блок, но успевает вынести руки высокие, удержать Виктория Руссу. Тут надо кому пасовать, решать срочно, решили, подбили в 4, и все же это было попадание в площадку. Снова все рядом с тренером, на линии там располагается и движется все время Алексей Лазневой, поэтому тут вопросов быть не может. 9-15. Лена Савкина, закрепилась она в составе Протона в этом матче. Снова, может быть, чуть низковато для такой уверенной атаки сверху вниз, но зато быстро для того, чтобы обыграть блок. Самое то, Анна Лунева переводом по первой зоне приносит 16 очков своей команде. Подбивала кулаками, поэтому никакой ошибки на второй передаче не было. И блок закрывает Анастасию Горелик. Но блок высокий. Тут ведь недаром и Савкина появилась, и Симоненко на краю блокирует. Может быть, постараться
уже не ставить в такие ситуации нападающих, когда время есть у высокого блока, когда они как следует не бегут, а именно на месте выпрыгивают. Еле-еле догнала подачу снова с отскоком от троса Виктория Русакова. Ну и тут совсем другая атака. Как же она отличается от того, что было в прошлом эпизоде. Тут и блок, казалось бы, пришел. Но у Горелик больше было времени, больше размаха, больше прыжка. Подавали в Дороничеву. Надо сказать, да, либеры сейчас поменялись, оставят Дороничеву. Нет, даже после ошибки. А подавали-то как раз в Лавнову. Но вот Дороничева вышла, она ошиблась. Тем не менее, она остается и наверняка еще раз сюда же постарается подать Анна Лунева. Снова два свободных и уже готовых нападающих. Ни Русу, ни Балыкину в этой расстановке не принимают. Но это не мешает ленинградке накрывать атаки Виктории Русу. Не очень быстрое взаимодействие, поэтому все здесь читается, все заранее закрывается. 19-10. Хорошая атака Симоненко. Мяч в игре остается. И теперь за голову побежала Максимова, но это движение никак не оценила Екатерина Полякова. Мяч в игре остается. Хорошо, что хозяйки не потеряли его из виду. И тут уже за голову хватается. Видели бы вы сейчас Алексея Лазневого, как этот мяч можно было забить в аут. Все очень похоже на то, что ленинградка все же сумеет набрать сегодня, ну, во-первых, сумеет одержать победу и набрать необходимое количество очков. Но для этого надо стараться, потому что Протон команда опасная. Ваут перебросила мяч Горелик. Подачи сегодня очень много гостей потеряли. Особенно в первой партии. Ну и вот в этом сете тоже сами ленинградки помогают своими ошибками. А тут по-прежнему Дороничева в роли принимающего уже либера на площадке Протона. И снова она ошибается. Бабыкина. Блок Поляковой останавливает ее удар. И дальше аккуратный перевод в открытую линию. Здорово Анастасия переводит по линии мячи. Но вот сегодня нет таких сильных, быстрых атак. Уж не знаю, по какой причине. Так и плечо, кажется, заклеено. И на бедре тоже повязка специальная. Ну, чувствуется, что не совсем в форме сегодня капитан Протона. Конечно, играет лучше, играет гораздо эффектнее, эмоциональнее. Но вот сегодня такое ощущение, что как через боль какую-то, что ли. В сетку атаковала Виктория Русакова. Ну и все равно очень рано останавливаться. 15-21. Протон спокоен. Протон как вот начинал в этом режиме, так и даже в выигрышной партии особо много эмоций-то не потратил. У них другие методы борьбы. И, конечно, они свой шанс используют. Тут свои шансы надо использовать хозяйкам. Виктория Русакова сейчас выходит. Ну, тут всех можно нападающих отмечать. И Анастасию Горелик, Викторию Русакову, Екатерину Сокольчик. У них одинаковое количество очков, по 15 каждая из них набрала. А вот в этом же ряду и Екатерина Полякова, которая меньше времени на площадке проводит, но тем не менее такой же результат показывает. И вот даже после блока своего все равно мяч держит под контролем, все равно первое касание совершает. И очень много таких движений у блокирующей ленинградки. Вот отблокировала, вот она смотрит за мячом.
Это классное качество для любого игрока, особенно для блокирующего. Эти обманы, которые соперник проводит прямо за блок, их тоже очень часто поляковые в воздухе перехватывают и успевают приземлиться и еще подстраховаться. Пошла атака у доигровщиц ленинградки. Разные мячи, разный стиль у Русаковой и Сокольчик, но обе очень стабильны. 23-16. Вот в этой расстановке приходилось брать перерывы. Даже два в этой расстановке ленинградка набирала в четвертой партии очки. Посмотрим, как будет сейчас. И сейчас будет просто аут. И рисковать надо при таком счете, но не особенно это получается у Анастасии Бавыкиной. Пришлось оббежать и очень долго еще выбиралась, с какой стороны Ярослава Симоненко оббегать Либера Протона. Атака в блок, мяч штрафуется, переходит на сторону гостей, и вот теперь должно быть что-то быстрое. Нет, доводка все-таки такая. Не помощь их могла только обманывать. Хорошо, что на передней линии. И теперь Сокольчик по блоку. Защищается Протон. Что-то там близко к сетке. Вот такие небрежные передачи уже не первый раз. Заступ. Заступ это видели арбитры. Анастасия Горелик при атаке с задней линии наступила на трехметровую. Может быть, и с этого плана будет видно. Да. Пол ноги. При счете 23-18 Алексей Лызневой берет второй тайм-аут в этой партии. Если ленинградка сегодня выигрывает эту встречу, то будет 14-я победа в активе команды после 23 сыгранных матчей. По количеству побед ленинградка сравнивается с Уралочкой НТФК. Уралочка на пятом месте, но по очкам все равно до Уралочки пока не дотянуться. 39 будет у ленинградки и на одном больше у Уралочки, которая так на пятом месте и останется. Но все же этот матч надо еще выиграть. Протон не перестает бороться. 19-е очко Виктория Русу своим блоком приносит команде. Тут и помощь никакая не потребовалась. Анастасия Балыкина. И даже не рисковать, а просто подачу держать. Там уже все остальное дело команда делает на сетке. В защите. Протон тоже играет, но все же блок. Блок ленинградки. Вот сегодня это действительно очень хорошее оружие. Уже 14 очков. Так здорово блокировал прошлый соперник ленинградки, краснодарская «Динамо». Но вот сегодня ленинградка и сама в этом элементе хороша. 14 мячей на блоке. Все же приличный результат. Вот еще бы собственных ошибок было меньше. Совсем было все замечательно. Второй матчбол теперь уже на подаче Протона. И... Нет. Елена Савкина ошибается. Ну вот такой мяч мог перекатиться и на одну, и на другую сторону. Один уже был в сегодняшней игре. В этот раз не повезло гостям, повезло хозяйкам. И 25-20. С общим счетом 3-1. Ленинградка обыгрывает Протон. В этом сезоне две победы над командой из Саратова. Ну и совсем немного матчей остается до окончания предварительного этапа. Спасибо команде Юрия Маричева за борьбу, за интригу, которая была особенно в первой партии. Удивил нас наставник Протона своими просмотрами, но все же ленинградка сегодня была сильнее. С победой команду Александра Кашина. Еще раз всем здоровья, тренеру.